Надоело играть в отстойные игры, но твой винтажный комп не тянет игры покруче? Тогда заходи на сервис PlayKey и играй в самые топовые игры, даже на самом слабом ПК. Все, что тебе понадобится, это интернет-соединение, которое и так у тебя должно быть, иначе как ты это сейчас смотришь? Ну а ссылку на сервис ты сможешь найти в описании к видео на YouTube. Всем привет, с вами Игорь Линк, это новый выпуск репортажей со дна, это значит, что я вновь отсмотрел кучу писем, которые вы наприсылали, и отобрал из них самое, на мой взгляд, интересное. Как заставить Бристлбека испускать бесконечные иголки? Как выиграть самую быструю дуэль за легионку? Все это и многое другое вы узнаете из сегодняшнего выпуска, поехали! И первый момент, лухпшная Винга добивает крипов и вдруг внезапно вспоминает, что у вражеской команде есть Бладсикер, который ее подсвечивает, и инвокер, который вот-вот кинет санстрайк, и она начинает мацовать. Двигается она к базе, форстафает йогр и прямо под санстрайк. Так что все ее мансы оказались напрасны, и она все равно отправилась в таверну. Вы только посмотрите, как Винга старалась, путала инвокера, шла вперед, назад, вправо, влево, и тут огр, который хотел, в общем-то, ей помочь, толкает ее прямо под санстрайк. Да и огр тут сложно в чем-то винить, он ведь не мог заранее знать, что все так получится. Но Бладсикер из следующего момента, как мне кажется, надолго запомнит, что нужно заботиться о курьере. Выпрыгивает на него из кустов мартра, начинает избивать, однако успевает он кинуть второй скилл и начинает убегать от нее, и казалось бы, вот-вот он уже убежал, однако за ним летел курьер, и кританув по этому курьеру, мартра с плашом с Battlefury убивает Бладсикера. Вот так вот, был слишком сильно занят спасением своей собственной задницы, не стал контролить курьера, хотя вообще-то мог. Так что, видимо, курьер в каком-то смысле решил отомстить Бладсикеру и вместо шмотки принес ему крит от мартры. Ха, ну вы поняли. Крит. Да. Ну а на очереди у нас очередной антимаг, который решил посплитпушить, обычное дело для антимага, и пуш решает ему не отдавать эту вышку и отправляется туда на ТП. Появившись, кидает хук совершенно мимо, казалось бы, но оказывается, что ровно в ту точку и блинканулся антимаг. Да и в общем-то становится понятно, что пуш именно на это и рассчитывал. Еще разок этот же самый момент, вот пуш появляется, казалось бы, кидает хук совершенно не в ту сторону, и после того, как антимаг блинкается, становится понятно, насколько верно пуш прочел своего соперника. Ну а далее пуджу оставалось просто дожрать антимаг ультой, что он, собственно, без проблемы сделал. Ну а далее достаточно забавная и интересная фишка, на мой взгляд, о взаимодействии Бристлбека и Блейдмейла на каком-нибудь из вражеских персонажей. Встречаясь с Лардар Бристлбека, начинает его бить со спины, тот настакивает колючки по Слардару, и в какой-то момент Бристлбек просто взрывается. Буквально десяток колючек из него вылетает, и он убивается об Блейдмейл Слардара. Ну а произошло, собственно, следующее. Сначала Слардар просто напал на Бристлбека, повесил на него трек и начал бить его в спину. За счет пассивки с Бристлбека начали вылетать иглы, которые стаклись на Слардаре, и в итоге настакалось их столько, что каждый следующий стак колючек, вылетающий из Бристлбека, отражался Блейдмейлом обратно Бристлбеку в спину, и пассивка срабатывала и выдавала новый стак колючек. Таким образом, эти иглы вылетали бы из Бристлбека до тех пор, пока у Слардара не кончился бы Блейдмейл, либо до тех пор, пока сам Бристлбек не убился бы об этот Блейдмейл, что в итоге и произошло. Есть в доте такая настройка, которая позволяет динаить что-то правой кнопкой мыши, и здесь мы видим, как Мартра пытается подойти к колодцу, пытается похилиться из него, но у нее была включена эта функция, поэтому, активировав колодец правой кнопкой мыши, она его еще и задинаила вдобавок. Ну а так как активированный колодец при разрушении моментально перестает хилить, то это, собственно, Мартру изгубило. Похилиться от колодца у нее толком не получилось, так что Спектра, Инвокер и Леон спокойно отправили ее в таверну. Ну а Мартра, я думаю, после этой игры отключила принудительную атаку правой кнопкой мыши. Идем дальше, и здесь у нас алхимик пытается убить Рубика, сбивает он обисовым Рубику Линку, после чего закидывает в него колбу, казалось бы, Рубику уже не уйти, но у того откатывается разгон бары, и он чаржится на мид. Казалось бы, чудесное спасение, но Рубик совершает ошибку, которую допускали многие баратрумы с прошлых выпусков, а именно пробегает мимо Рошана. А ведь если бы Рубик взял разбег куда-нибудь на бот, то спокойно добежал бы до своей цели, и после этого смог бы добраться до фонтана. Но тем не менее, он все-таки решил выбрать более короткий маршрут, несмотря на то, что тот пролегал через Рошана. Ну а мы, например, уже многих баратрумов знаем, чем все это заканчивается. И там еще вражеский бар рядом был. Он, наверное, кричал Рубику что-то типа: нет, нет, чувак, только не через Рошана. Ну а здесь у нас все сразу начинается замес, второй скилл кидает легионка на своего тиммейта, подбрасывает ее лами Текис. По приземлении попадает она в ловушку минера, все сразу же на нее переключаются, минер кидает еще и бочку, решает юзнуть третий скилл, и вдруг у легионки из ниоткуда появляется выигранная дуэль, несмотря на то, что она умирает. Но я думаю, что уже многие успели понять, что на самом деле легионка успела кинуть дуэль летящему на третьем скилле в нее минеру. И как только тот приземлился и засуицидился, легионки зашли победу в дуэли. Правда, радовалась-то она не особо долго, потому что вскоре отправилась в таверну, но бонусный урон она в любом случае получила.
Я сегодня уже упоминал Баратрума вскользь, но в этот раз он является одним из главных действующих лиц этого эпизода. Сначала SF Hurricane Пайком расталкивает себя и Баратрума, оказавшись на клиффе, а затем к нему и на этот клифф прибегает и сам Баратрум, и в итоге они по сути стоят на одном и том же клиффе, просто с двух разных сторон. Более того, SF ничего не мог сделать Баратруму, так как не видел его, потому что варды там стояли только у сил тьмы. А Баратрум SF и видел, но сделать ему ничего не мог, потому что является персонажем ближнего боя, а все скиллы у него были в кулдауне. В итоге они оба зашли в свои шедоублейды и сделали вид, что они просто не замечают друг друга. Ну и напоследок хотел бы посоветовать вам заценить новый выпуск моего довольно старого шоу «Очень плохие игры», который я выпускал еще на своем первом канале, в котором я, как следует из названия, рассказываю об очень плохих играх. Ссылку на него вы можете найти в описании к видео на YouTube или нажав на кружочек справа сверху в плеере. Ну и на этом на сегодня все. Не ленись ставить лайк на YouTube и подписывайся на канал. Ну а если ты сам хочешь отправить какой-то забавный момент, свидетелем которого ты стал, то о том, как это сделать, ты можешь прочесть прямо сейчас на экране. И как обычно, все те, кто прислал моменты, которые попали в выпуск, от меня получают по 228 рублей. Ну а с вами был Игорь Линк, до встречи на дне ровно через неделю. Всем пока!